Ничто спортивное журналистам не чуждо. Сотрудник радиослужбы ГТРК Хакасия Дмитрий Каштанов завоевал бронзу на региональном чемпионате по гиревому спорту, который прошел в Черногорске. Это настоящее достижение для нашего коллеги, ведь гирей он серьезно занимается всего 3 месяца. Это были соревнования по двоеборью. Спортсмены поднимали снаряды в толчке и в рывке. В первом случае результат Дмитрия Каштанова 18 раз, во втором – 81. В каждой руке у него было по гире в 24 килограмма. Итог – 3-е место в своей весовой категории. Заниматься этим видом спорта наш коллега начал 3 месяца назад, и тогда едва мог поднять гирю в 16 кило. На этом он останавливаться не намерен. По словам Дмитрия, подъем гири – это интересный и зрелищный вид спорта, который помог ему сбросить лишний вес, а также прокачать силу и выносливость.